Всем привет! На календаре 13 февраля, а это означает, что завтра будет 14 февраля. А также это означает, что сегодня мы выбираем победителей в конкурсе для подписчиков. В конкурсе приняли участие 652 человека. Три из них получат ценные призы от магазина «База автозвука». Определять победителей будем с помощью сервиса Random.org. Для этого обновляем страничку, вводим количество участников и нажимаем «Сгенерировать». Первый победитель занимает, так сказать, третье место. Это номер 70. В списке под номером 70 у нас находится VVST Our Life. Поздравляю, вы получаете автомобильное крепление. Теперь идет битва за второе место. И второе место у нас получает участник под номером 389. Переходим к списку участников. Номер 389. Ищем 389 номер. Он уже близко. 389 номер. У нас 389 номер. У нас это мы. Поэтому мы ничего не получаем. Это у нас была ссылка на мобильную версию канала. Мы уже разобрались, но у нас есть еще электронная почта. И второе место получает Виталий Батрак и набор автомобильной техпомощи. И теперь главная интрига. Победитель, занявший первое место, получает автомобильный набор инструмента. Переходим выбирать участника. Так, генерируем победителя. И победитель у нас номер 360. Под номером 360 у нас скрывается... Глеб Алексеев. Глеб Алексеев, поздравляю, вы получаете автомобильный набор инструмента. Итак, все награды нашли своих героев. Если вы не получили желаемый приз, не расстраивайтесь. Впереди у нас еще много будет интересных акций. Так что не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал.